Всем привет, уважаемые друзья! В данном видео я хотел бы вас ознакомить с интересным проектом, который называется EarthBuy. Мы будем вместе разбираться, что это за проект и какие есть у него интересные преимущества. EarthBuy – это криптовалюта и платформа NFT, безопасная для климата, задает новое направление для цифровых активов. Этот токен предназначен для предоставления держателям дефляционного актива, а также для выделения токенов для восстановления почв по всему миру. Цель проекта – создать механизм финансирования, который напрямую борется с изменением климата на уровне Земли и помогает сообществам и экосистемам. Также пострадавшим от деградации почвы, загрязнения и засухи. Проект считает, что токеномика может вознаграждать держателей и служить для восстановления природного капитала, связывая с CO2 и восстановлением почвы Земли. Давайте ознакомимся более детально с сайтом и разберемся с различными преимуществами проекта. У проекта есть вознаграждение токенов, благоприятные для климата условия, чистый и полная хорошая площадка для NFT, хорошее голосование сообщества, дефляционный дизайн и инвестиции в криптовалюту ESG. Также можно ознакомиться более детально с проектом в видео, которое приготовил сам проект. Изучите, это будет познавательно. Почему нужно выбирать данный проект? Первое – это подопечность. Второе – это масштаб и возможности. Третье – это криптовалюта с низким следом. Также у проекта есть будущие цели, которые будут выполняться в будущем. Также у проекта множество амбиций, и он хочет помогать Земле восстанавливать свои силы. Чтобы спасти планету, люди должны восстановить почву. И здесь об этом все описано. Кандидаты на получение финансовой поддержки с кошелька и различные преимущества, которые нам предоставляет проект. Изучайте, это очень важно. Экотокеномика. Airbit был создан с уникальной токеномикой, которая вознаградит держателей и создаст углеродно-положительную криптовалюту, которая служит глобальными целями. Также с каждой транзакции будет взиматься комиссия в размере 10%. 2% будет уходить на добавление в пул ликвидности, 1% будет уходить на сжигание, 3% будет распределяться между существующими держателями, 2% предназначены для проектов по восстановлению почвы и покупке почвенно-углеродных кредитов, 2 проекта будет уходить на разработку и маркетинг. Максимальный запас у нас составляет 1 триллион, также Хейли это 2% лимит кошелька, и участие проекта предусматривается доходы от углеродных кредитов в будущем. Также есть множество интересных перспектив, сведения о токене, изучайте, наблюдайте. Также дорожная карта проекта, здесь расписано все подробно, детально информация о будущем проекте, что он будет делать, какие цели у него здесь есть, все расписано в дорожной карте. Также различные детальные преимущества, также дополнительные, изучайте, наблюдайте, здесь все расписано и показано. Также, конечно, не забывайте присоединяться к социальным сетям и изучайте white paper. В white paper предоставлена подробная и детальная информация о проекте. Здесь все расписано,
в подробностях и в деталях. Изучайте, не стесняйтесь. Присоединяйтесь к Telegram, присоединяйтесь к Twitter. Также самое главное, это идет сейчас предпродажа. Можно принимать участие в продаже. Для того, чтобы принимать участие, нужно просто соединить MetaMask, и здесь можно приобрести токены проекта. Мы видим, что у нас здесь минимальная покупка 2.03 BNB, максимальная покупка 3 BNB. Всего участников сейчас 37. Поэтому, конечно, присоединяйтесь, изучайте. Есть множество интересных преимуществ, которые токен предоставит для нас. Все ссылки будут в описании. Спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.